В администрации Северского района состоялось очередное рабочее совещание. Обсудили исполнение поручения губернатора по замене 5% водопроводных сетей. Работы проводят во всех поселениях. Немного отстают от графика Черноморская и Северская. Итого за предыдущую неделю главам поселения выполнены работы по замене ВКХ в размере 1 километр 44 метра. На сегодняшний день план у нас выполнен на 73,2%, уложено 19 километров 100 метров. Начальник отдела экономического развития, финансирования и господдержки предприятия ПК Ольга Игнатенко отчиталась о развитии и поддержке малых фермерских хозяйств. Их число в Северском районе в нынешнем году прибавилось. Зарегистрировано 17 новых КФХ. Важную роль в развитии аграрного сектора играет краевая поддержка. В текущем году для реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий малым формам хозяйствования из краевого бюджета Северскому району предусмотрены субвенции в сумме 4 миллиона 445 тысяч 700 рублей. На текущую дату поступило 7 заявлений. Получателям субсидий выплачено 3 миллиона 130 тысяч рублей. На рассмотрении находится пакет документов на оставшуюся сумму 1 миллион 315 тысяч 700 рублей. Вопрос подготовки к зимнему сезону стоит у администрации района на постоянном контроле. Главы поселений отчитались о готовности снегоуборочной техники и песко-солевых реагентов.